Красный кот! Да, привет, Хулибама. Привет, Красный кот. Знаешь, кот, почему мы встретились здесь с тобой? Тебе нравится играть в отель? Сколько можно, Нет. Мне нравятся маленькие рыжие котята. Но ты красный кот, поэтому... Блин. Поэтому мы перезапишем. Да. Красный кот! Здоров, Хулибама. Привет, Ой, подожди, это я, Хулибама. Привет, красный кот. Здорово, Зая. Красный кот. Я позвал тебя сюда для того, чтобы вызвать тебя на челлендж. Ого, мне нравится, продолжай. Ты явно не ожидал такого развития событий. Вообще, если честно, нет. Я тоже. Найс. И что мы будем делать, расскажи. А это ты мне расскажи, потому что я забыл. Ну хорошо, давай так. Я решил тебя наказать, ты теперь не открываешь больше тумбочки. И я тоже, кстати. Ага. И это усложнит нам задачу в прохождении игры, да? Ну, если ты захочешь найти ключ в ящике, я думаю, что у тебя будет вопрос, как это сделать. Подожди, а как это сделать, если не открывать? Пошли. Окей. Тогда пошли. А, у меня вылетел Roblox, здорово. Я предлагаю тебе новый челлендж. Какой? Выйти из лифта? Нет, не пукнуть в лифте, потому что это будет последняя наша катка. Не говори. Она даже не начнется. Я поддерживаю этот челлендж. Так, ну смотри, куда? Самое главное, мы же не можем юзать ничего, что в тумбочках, поэтому нам надо максимум купить то, что мы можем купить в лифте. Ага, у меня есть 140 монеток, я максимум куплю это фонарик. Ни в чем себе не отказывай. Подожди, а отмычки? Надо отмычки по-любому, я ж ключ не смогу использовать. Да не, не надо, бери фонарик, тебе хватит. Окей. Я, короче, все купил за 300 опять. За сколько? 300 кнопсов. Бро, ты что, не знаешь, что нельзя говорить слово 300? Нет. Кто говорит 300, тот... Тракториста? Да. Смотри, нельзя открывать. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Бро, ты проиграл челлендж. Всем пока. Ой, боже. Получается короткое видео. Как так? Боже, это настолько уже в... просто это настолько привычка. Да? Боже, если я ж тебе говорю, что проблема у тебя в том, что ты постоянно открываешь ящики. Фу, это действительно проблема. Red Cat, помоги мне справиться с зависимостью. Ладно, получается, я это зря потратил 300 кнопсов. Это не считается, мы идем Ладно, дальше. Давай это было тестовое, это, мы даже не в игре еще, мы даже одну дверь не открыли. Ну, согласен, мы, да, не начали играть, но тут тоже будем. Получается. Ладно, отличное начало. А этот ключ можно брать? Ключи можно. Все, что сверху лежит, мы можем брать. То есть, там, если сверху крест лежит, мы забираем. А, отлично. Только тумбочки нельзя юзать, и все. Здорово. Я подготовил к этому ролику еще 1500 вопросов. Я думал, челлендж. Не-не-не. Ладно. Блин. Red Cat, а правда, что ты уже прошел двери 5500 миллионов тысяч раз? Нет. А, ну, ладно. Red Cat, расскажи мне, какие челленджи ты уже успел выполнить в этой игре? Я тебе не буду их рассказывать. Спасибо. Потому что вдруг ты будешь еще их проходить, так ты сможешь подготовиться. Ладно, хорошо, я понял. Не рассказывай. Я сам посмотрю. Но... У тебя же канал в открытом доступе. Нет, мы будем такое проходить челлендж, который еще не был на канале, чтобы ты не смог подсмотреть. Специально для тебя, Холли, все для тебя, самое лучшее. Эксклюзивчики подъехали. Получается, да. Слушай, ну это уже была 9-я дверь, мне кажется, мы очень хорошо идем. 10-я. Ой, ты посмотрел? Не-не, а, да. А это я возьму. Вот, эту? Видишь, это... Да, ты можешь взять, в принципе. Если успеешь. Окей. О, батарейка. Подожди, батарейка. Я хотел как раз сказать, у тебя же фонарик есть вроде. Да, у тебя что, нет? Не, у меня тоже есть. Я просто думаю, если я все время буду брать... А я знаю, будто... где ты сможешь Подожди, взять. Подожди, пошли назад, пошли, давай вот здесь прячемся. Назад? Ну ладно, спрячься где-нибудь. Я не успеваю! Спасибо! Шкаф!
Хорош. Да, отлично, Редко. Молодец. Слушай, я тебя готовлю к самому важному твоему челленджу, это проходить без шкафов, поэтому я тебя уже тренирую, чтобы ты мог какие-то шкафы прятаться, точнее, не прятаться. Ага. Чтобы ты знал, где можно это делать. Я знаю, где можно спрятаться. Не иди туда. Вот здесь можно спрятаться. Нет, тебя тут убьет, сорян. Спасибо. Меня спрашивают, почему я такой нуб. У меня 400 с чем-то там смертей. На самом-то деле, как бы, как ты проверишь, где тебя убивает, а где нет, если ты не попробуешь? Логично. Ну и, соответственно, чем больше у тебя смертей, тем больше ты знаешь про игру. Согласен. Вот, к примеру, ты знаешь, что вот здесь вот можно выжить около этого стула от Раша. А как ты узнал об этом? Ну, мне об этом рассказали. А. Я еще не проверял. Так что, если Раш там будет, можешь пойти проверить. Ну, спасибо так, смотри, за информацию. Смотри, видишь, самый важный вопрос. Да. Как мы будем открывать тумбочки, да? Тумбу-юмбу. Да, мы можем открывать тумбочки только там, где лежат ключи. А-а-а. Вопрос, как мы поймем, в какой ключ, да? Редкат, я думал, мы будем веселиться сегодня. А такое ощущение, как будто бы я попал опять в школу. Ну, там звук есть. Да, вот именно. По звуку мы можем открывать. Ну давай, ладно, тут отмычкой откроем, чтобы по приколу было. А то мы все равно скоро умрем. Так, по крайней мере, мы вообще не будем ничего открывать. Почему ты так говоришь? Ты не веришь в нас? Ну, в себя да, а в тебя... В себя что, да? Чуть-чуть меньше. Слушай, я знаешь, сколько раз проходил игру? Сколько? Кстати, это мой вопрос был. Сколько раз ты проходил эту игру? Ну, раз 5 точно. Вау! Но я хочу сказать, что раньше двери были проще намного. А когда обновление вышло, то прям посложнее реально стало. Так, мы что, будем прятаться? Давай. Давай. А это считается за шкафчик? Ну, в шкаф мы можем заходить. Окей. Это ж не тумбочка. Тумба-юма. Так, окей. Ты жив? Да, я жив, погнали. Красавчик. Да вообще изи-катка. Холи Бама. Да? Давай я тебе задам вопрос. Да, не-не-не. Нет, я задам тебе вопрос. Давай, ладно. Подожди. А правда ж... Подожди. Да. А, так ты открыл только что сундук. Это сундук, это не ящик. Мы же сундуки-то можем открывать? Ага, потому что мы пираты. Как минимум. Мы не можем тумбочки открывать. Видео называется «Не открывать тумбочки». Кстати, ребята, это видео выйдет на двух каналах с разной перспективы. В одном видео с моей класс, так сказать. Угу. Второе видео на канале с кошачьих глаз. Да, с кошачьих глаз. Все размыто будет. Черно-белое. Да, если там блох вычесывать, не обращайте внимания. Смотри, теперь подходим, только открывать мы можем ящики, где ключ. Ну, то есть звук есть ключа. Окей. Правда, что твой канал назывался Хулиган сначала? Меня называют подписчики Хулибам. Это странно, иногда обидно. Я нашел ключ. Я нашел ключ, он был вот прямо здесь на моей кровати. Вообще шикарно. Но я не открывал ни одно это еще, видишь? Ну, получается. Если бы ты открыл, ты бы проиграл. Ну я ж не ты, конечно же. Я не проиграл. Еще ни разу не открывал. То не считается. Ну да, это тестовый был шкафчик. Это был такой. Это вообще не тумбочка была. Первый раз и последний. Декорация. Так, ты ж не умрешь от сика, правда? Это был мой ответ. Презрение? Это сик умрет от этой катки со мной. У меня есть витаминки. Я могу бежать вперед и говорить, куда тебе идти. Я уже справляюсь отлично. Это не то видео нуб и про. Да не надо говорить, я сам. Мы уже на равных, да, играем? Я всегда был на равных. Я поддавался. Отлично, Холли. Ребята, он бы просто не согласился бы со мной играть. Если бы узнал, что я профессионал. Ему нужно чувствовать превосходство. Это как любой кот. Я только с нубами играю, да? Да, да. Это как любой кот. Он чувствует превосходство над людьми. Он должен быть хозяин, да? Дома типа такое. Да, пока сапогом по попе не получит. А сколько у тебя песен, Хлебам? Подскажи. Если считать все песни, да? Ну, твои песни. Все мои. Около 70, может больше. 70? Бро, а летит, сейчас летит. Куда прятаться? Один шкаф. Блин, тут один шкаф. А тут еще один шкаф я нашел. Я, если что, спрятался почти. А он будет лететь в этом году? А с картины можно зайти в шкаф? Можно. Офигеть, я зашел с картиной в шкаф. Это лучший день моей жизни. Ну, короче, давай откроем дверь, и я буду тогда около этого шкафа. Мы ж команда. Я уже открыл. Да подожди, не кричи, я Раша слушаю. А я иду дальше, и он появится.
Слушай, а на скольких песнях больше 2 лайков стоит? Твой и мамин. Ой, я дошел до мистера фигуры. А, серьезно? Ты опять хочешь это сделать? Да, хочу, чтобы тебя телепортировал. Не, а, ну да. А мы не можем открывать шкафчики. Red Cat, остановись. Я хотел сказать, подожди, я монетки соберу. Блин, как же это сложно, реально. Это сложно, блин. Руки тянутся, ребята. Это привычка, это, блин, проще курить бросить, чем вот это. Чем монетки не собирать в игре. Так, ты по левой, я по правой? Да, как обычно. А, прикиньте, ребята, у нас уже как обычно есть. Уже 10 лет снимаем с Рокетом видос. Мне этот отель с тобой уже мерещится. Так, идем, все нормально, на втором. Ты нашел какую-то книгу? Блин, я ты 3 книги нашел. Я уже 500 книг нашел. Я пошел в каком-то там направлении, где нету книг. Сколько ты играешь в Roblox, спрашивает. Ну, говорит, я играю... Подожди. Открыл шкафчик? Нет, я врезался в шкаф, а он снизу спускается, как раз сверху, точнее. И я такой... Red Cat, а зачем ты бежишь? Я вообще сидя хожу. Да, я вижу. Что, тебя бегу? Да. Серьезно? Да. Нет, подожди, да нет. Ты троллишь. А ты взял тетрадку? Да. Листик? Да. Окей. Диктуй код. Подожди, у меня, походу, опять с игры выбросило нахрен. Боже, что происходит, я не понимаю. Ну, ты у меня еще есть, но я так понял, недолго, да? Не-не. Боже, так хорошо, что у меня не вылетала игра все это время, и мы на том же уровне, в том же месте. Не говори. Да. Тем же фигурой. Это тот же самый. Тот же самый, смотри, один в один. А как бы ты назвал мистера фигуру? Какое имя ты бы ему дал? Я его называю фигурист. А. Короче, 102. 47. Обычно я диктую по одной цифре, ну ладно. Да я знаю, я так не делаю. Я учился. Это челлендж на цифры, ты же хотел. Это очень сложный челлендж был. Так, есть крест, есть не крест. Магазин называется «Что я не куплю сегодня?». Я купил зажигалку. О, ты крутой, ладно, давай я куплю витаминку тогда. Ты прикинь? У меня ровно 100 было. Подожди, а мы шкафчики не открываем, да? А я же не открывал все шкафчики? Нет, еще. Фух, ты потянулся. А мне показалось, да, что... Блин, это... Нет, звука не было, я бы услышал. Окей. Колебама, скажи, пожалуйста, когда появится твой крутой мерч? Многие хотят его уже купить. В Роблоксе? В Роблоксе, конечно. Только в Роблоксе, меня интересует. Проблема в том, что я все никак не разберусь, как это делать. Надо посмотреть твое видео, как делать мерч. Да, точно. Угу. И геймпасс еще можешь сделать раз. И геймпасс. А ты, кстати, обратил внимание, что я уже без шарфика? Нет, кстати, а где твой шарфик? Зима закончилась, точно. Прикинь. Наконец-то, спустя полгода. Топ-10 самых внимательных ютуберов. Да. Вот я заметил, что ты голый, а ты не заметил, что у меня шарфика нет. Ну я как был голый, так и остался голый. Я включил. О, молодец, неожиданно, ты нашел. Ибо. Круто. Да. Колебама, да. Ты со мной хорошо играешь. Спасибо, я всегда хорошо играю. Я видел. Да, блин, а правда, что когда второй раз, ну, мы уже с тобой третий играем, получается, уже и поговорить не о чем. Ну, не знаю, мы же эти погоды еще не обсуждаем. О, слушай, ну, за окном дождь. За окном дождь. Ветрено сегодня. Погода ужасная. Так. Ух ты, блин! А я его слышал! Получилось, ура! В прошлый раз не вышло. Слушай, спасибо, спасибо, что ты подсветил мне дверь. Я думал, мы правильно идем. Это подстава века, ребята, у меня получилось. Да. Так, никогда не доверяй красному коту, да? Никогда. Чисто такое дело. Слушай, говорят... Ой-ой-ой. Подожди. Мне все! Это смерть! Это смерть! Беги! Я верю, ты наждешь шкаф. Я нашел шкаф. Я нашел шкаф, вот бы сейчас найти прачечную. Слушай, нам везет, у нас ключи, короче, даже да не прячут вообще, ящики. Я думаю, а в чем челлендж вообще? Они все сверху лежат, убери, да. А когда челлендж начнется? Не, ну походу мы отмычками открываем там, где надо искать. Мы очень умные. Да.
Так, подожди, есть там где-то, валяется или надо открывать вот эту тумбу-юмбу? Я опять... Боже, это так было близко. Ладно, у меня еще две отмычки. Если они закончатся, мы не пройдем игру. Это очень опасная игра. Получается так. А сик был? Или мне кажется? Уже один был, мы фигуру прошли. А, вот. Нет, просто я захожу, тут ни одного глаза нету, думаю, как-то вроде уже были глаза где-то. Подозрительно, да? Так, смотри, у меня есть, короче, витаминка, я тебе буду подсказывать. Правильно? Давай я буду подсказывать. Давай. Налево. 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 Направо. А, ты уже открыл дверь. Ну да, ты сейчас подсказывай, потому что когда лево. Ты наперед бежишь... Так я же говорю, я витаминку выпил, я буду подсказывать. Да. Так, ну не сдохни только, пожалуйста. Да это детский уровень. Вот сик это такой... Это, вот когда научишься, да, помню. Вот когда научишься, да, он вообще не кажется уже сложным. Не, а поначалу это был самый сложный для меня что этот ты понимал, босс. Мы 2 часа проходили, мы тоже первые, когда вышла игра, мы тупо не могли пройти сик, это была самая страшная сущность для нас. Слушай, мы там выгорали, настроение было. А когда вышла игра? Даже. В августе. Ой-ой! Беги прямо все время. Давай я тебя научу, как проходить. Давай. Иди прямо все время. Я бегу прямо все время. Прямо-прямо, не отжимаешь, просто прямо. Да, стоп, так... назад, жмешь. Стоп, вперед. Офигеть! Я так Женяше подсказывал первый раз, когда она проходила. Офигеть! Мы назад, вперед. Как так? Назад. И твой способ, я понял. А можно больше без приколов этих? Можно я просто буду поворачиваться, как меня просит игра? Да что за нафиг? Ну, давай я дойду до конца уже. В принципе, это челлендж не обязательно вдвоем до конца выполнить. Ты можешь досмотреть, как про проходит или сольется чуть позже. Так, ну, хулибам, подожди. Ты, получается, еще ни разу не вышел, когда мы вместе играем. Тобой еще не проходили, да? Ну да, кстати, мы не проходили. Получается, нет. Смотри, я как понимаю, я прошел челлендж? Ну, получается, да. Ты просто умер. Но ты ж не открывал почти. Там же, как, а какой челлендж? Пройти игру или пока не сдохнешь, не открывай шкафчики? Ну мы как-то не обговорили это. Да, как-то упустили моментик. А ты сейчас будешь убегать от фигуры прямо туда, в эту комнату. В бездну. А ну могу и в комнатку. Как ты хочешь? Ты можешь в бездну? Подожди, в смысле? Какую бездну? Как ты хочешь, чтобы я прошел эту игру? Какая бездна? Все, ты выиграл. Мистер фигура понюхал. Где последняя кнопка? Она в проходе, что ли, где-то валяется? Или я уже все собрал? Я не знаю. Так и я не знаю. Ладно. Сходи, посмотри, да. Может, я их все и собрал уже. Есть. Да. Игра пройдена. А ты, кстати, получил ачивку за то, что проходишь без ошибок с первого раза? Щиток. Я не знаю, кстати. Возможно, я делал так. Ура! Все, 15 секунд. Бежа. Хотя, может, и 10 на витаминке тут. Оу, Все, ребята. За упокой свечку держу. Не все добрались до этого лифта. Ну что, получается, я проиграл. Я не выполнил челлендж. Нет, ты выполнил челлендж, ты подготовился. Ты уже перестал открывать каждую тумбочку. И это большое достижение. Теперь грид тебя не будет убивать так часто. Red Cat, спасибо за то, что поиграл. Обращайся, Холли. Ну что, ребята, на этой прекрасной ноте... Подписываемся на наши каналы, ставим лайки и ждем новые видосы. Да. Я так считаю. Боже, это лучшая заставка в этом городе. Да, жалко, что меня там нету, блин. Ничего, я верю, что ты тоже там появишься рано или поздно. Ну, ты сможешь. Ты научишься, ты будешь еще лучше играть. Ну, а в следующем видео, если мы будем опять играть в отеле, я тебе покажу еще один топовый секретик. Отлично. Не пропустите. Договорились. Ну, пока. Да. Всем хорошего настроения. Всем что? Ты любишь ломать спагетти, но вот беда, рано или поздно они заканчиваются.
Не переживай, друг, я знаю, как тебе помочь. Просто скачай нашу игру про спагетти. Эта игра называется «Игра про спагетти». Где нужно ломать спагетти. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, то ты сможешь ломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.